13 августа в Национальной библиотеке Республики Татарстан прошла пленарная дискуссия «Жизнь лучший учитель». Какие актуальные вопросы были вынесены на повестку дня, узнаем в сюжете. В рамках международного онлайн-форума 100% Татарстан, проходящего с 12 по 14 августа, эксперты ведут диалог об образовании, развитии науки и технологий, ситуации на рынке труда. Не менее важными были и другие темы. На этом форуме будут обсуждаться вопросы и дошкольного образования, и общеобразования, и создания инфраструктуры, и высшие учебные заведения. В целом, сегодня система образования нуждается в поддержке. Главной фигурой, мы всегда говорим, это ученик. Мы сегодня должны воспитывать такого ученика, выпускника на выходе из школы, готового к нашей жизни, к жизни в нашей стране, в нашей республике. Я бы хотел, чтобы учебные программы, которые принимаются на федеральном уровне, отвечали требованиям времени, привлечение новых кадров, педагогических работников вместе с повышением и материальных доходов Его Величества Учителя, они остаются актуальными. К участию в пленарной дискуссии «Жизнь. Лучший учитель» в очном формате были приглашены академик Российской академии наук Алексей Семенов, журналист и интеллектуал Анатолий Вассерман и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Одной из активно обсуждаемых тем стали преимущества внедрения новых технологий в образовательный процесс. Мы используем все эти технологии при подготовке учительских кадров, полностью интегрируясь со всеми практически IT-компаниями, которые работают на территории Российской Федерации. Для чего это нужно? Чтобы сегодня все эти технологии будущие учителя уже осваивали в стенах нашего университета, являясь еще только студентами. И у нас есть три собственные школы, два лицея в Казани и один в Елабуге, где одновременно занятия со второго курса ведет уже преподаватель дипломированный, да, школьный, и будущий учитель. То есть преподаватель дипломированный может стать уйти с занятий, студент наш второго курса должен суметь продолжить эти занятия. В рамках мероприятия дискуссии велись на нескольких площадках. Полная запись выступлений доступна на сайте 100татарстан.ком. Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.